Подготовку и проведение празднования 450-летия основания города Орла обсудили на совещании в администрации города. У меня вопрос, кроме объектов капитального строительства, у нас же там есть еще вопросы, которые также приурочены к 450-летию, но они там относятся к сфере культуры и прочее. Они тоже были выделены средства. И как они у нас исполнены? Все денежные средства, которые у нас поступили на сегодняшний день из разных источников финансирования, это и средства областного бюджета, и средства федерального бюджета через областной бюджет, а также внебюджетные средства финансирования, сегодня они все освоены в полном объеме. Особый акцент в разговоре о подготовке празднования руководители города сделали на сроках. Ответственные за масштабную работу лица в своем ответе твердо уверили, что никаких сбоев в этом не произойдет. Ни у кого не должно даже быть сомнений, то, что одно или какое-либо мероприятие не будет реализовано. Все это будет реализовано. Июль у нас даты определены по всем объектам. Набережная когда у нас? Я конкретную дату не называл, Андрей Иванович, потому что уже... 22-е. Да, 22-е ориентирую. Уже она стоит, 22-е. Да. Раздольно еще у нас там есть вопрос, сомнения там неделя туда-сюда, потому что там у нас сроки сдвинулись, я так понимаю, из-за ливневой канализации, да? Поэтому у нас на неделю там, но это число все равно было в июле, да, мы его... Числа 20-го, 25-го, эти сроки мы ее ведем. Значит, по улице Советского района... Изначально была конечная точка 15 июля, улица Советского района, поэтому вот эту дату гоните.